Добрый день, вас приветствует доктор Дэвид Хибер. Никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Уделите немного времени медитации и расслаблению. Примерно 40 лет назад один из моих профессоров, Герберт Бенсон из Гарвардской медицинской школы, создал практику «Реакция расслабления». Найдите спокойное место, сядьте и медленно расслабьте свои мышцы. Сконцентрируйтесь на дыхании. 4 секунды вдох через нос и 8 секунд выдох через рот. Представьте что-то приятное, и за 10 минут вы снизите стресс и почувствуете себя отдохнувшим. Реакция расслабления поможет снизить давление и пульс, привести мысли в порядок. Практикуйте 6 шагов по реакции расслабления ежедневно в качестве дополнения к своей программе сбалансированного питания и здорового образа жизни. В следующий раз я расскажу о том, как перестать беспокоиться. Оставайтесь с нами.